Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Вот эту красавицу жду охоту, но дождаться не могу, потому что она толстая. Шар просто, шар. Шар, а не коза. Просто шар. Так, что вы тут ели? Рассказывайте. Все, объели осинку, молодцы. Все полезное, что в рот полезло. Не? Сугробы растут помаленьку у нас. Пойдем. Солнышко скрылось. Пошли домой. Все. Ой, толкается. Ух оно. Толстунишка моя. Толстунишка. Что такое с Масей случилось? А? Что случилось с нашей Масей? Мася, что с тобой случилось? А? Ты посмотри на Масю. Она сейчас вот ногами передними вот так вот стояла, до потолка головой доставала. Ты посмотри на ее хвост. Видел? Видел? Смотри, смотри. Так что я сейчас заряжу немножко телефон, да будем мы свадьбу делать. А это пока не крутит и правильно делает. Потому что с тобой некогда ездить. Она тут, знаешь, она вставала. Ну-ка, кто куда пойдет? А? Ну кто куда? Да как-то Камасутра такая, да? Да пусть она вниз. Это же наоборот, чтобы снизу было. Ей же ему же пониже надо. Ну что сказать? Покрыли мы Масю Сережей. Сережа родственник, хоть и не близкий, дальний, но родственник. Вы меня сейчас будете закидывать тапками. Но мы так решили, потому что от Маси нам нужно, чтобы она просто окатилась и было молоко. Мы решили, что вот козликов, которые у нее родятся, мы выпоим молозивом там 3 дня и просто раздадим на мясо кому-то. Во-первых, чтобы не привыкать. Во-вторых, ну, молозивом там все равно вряд ли кто-то сможет выпоить. А у кого есть козы, возьмут себе выпоить молоко, можно все равно. Вот, если козочка родится, ну, будем думать, что делать дальше. В общем, будет козочка, будем думать. Что касается Васи, она пока в охоту не пришла, но если она придет, мы, конечно, не будем покрывать Сереже ее, а повезем ее в Краснообск. Там мы с Козлом договорились чисто кровным чехом. И тогда от Васи, мы от Василисы можем продавать тогда на племя потомство ее. Этих козликов и коз на племя продавать не придется. Конечно, это делать нельзя для племени, нельзя. А на молоко, сами понимаете, это можно. Чё, Маш? Ты моя золотая, ты моя золотая. Ну что, ну вот. Нет, не хочет он тебя уже больше. Но она такая, она любвеобильная. Она козликом прям всей душой, всей душой. Катиным. Все козлики Катины. Ой, ну что, ребятушки. Смотри, эта красавица еще у нас не крутит, это хорошо. Вот что я подумала. Завтра у меня что? У меня поверка счетчика за яйцами. Это все с утра. А как только все разъедутся, и если она придет в охоту, Васька, то я поеду без тебя. А что делать? Я ее смогу легко. Поеду. И тогда, считай, они у нас в один день покроются. И в один день будем ждать охоты. Ну а что сделать? Да, неизвестно, конечно, но на всякий случай так запланирую. Еще молоко завтра за молоком завтра приедут. Вот, ну что такое будешь делать? Ну что ты?
У них-то не, она же не счетово даже. Она откуда знает? Она паспорт не спрашивала. Это любопытное. Ну что, поздравляю, Маська, тебе. Я тебя поздравляю. Все. Течет опять, льется все. Ты зачем в сено-то? Смотрите, он на себе напысал опять на морду. Подождите, девчонки. И он в сено вам капает этой мочой. Да? Нет? Он все мокрый. Не надо меня щипать. Вот опять, если завтра покрыть контрольный. Ой, какой гордый, какой гордый. Она тянется, а он отворачивается. Ой, тоже мне туда же. Что такое? Пойдем. А, сейчас, подождите. Ходи. Пойдем, пойдем. Чуть-чуть, идите, идите. Идите, идите, идите. Ну все. Никуда никому не пришлось прыгать, бегать. Видите как. Вчера он сделал, конечно, две садки. Сегодня две, но не от этого зависит многоплодность. Я боюсь, что они опять четыре будет. Но не от этого зависит многоплодность. Идите туда. Снимать вас неудобно. Зависит от самой... Что мы опять пытаемся сбить масло. Смотрите, до какого состояния уже получилось. Вот, если вы понимаете, на стенках ничего нет, значит, это уже отделилось все. Сыворотка от масла. Ну, вот как-то так еще, может, чуть-чуть еще. Но говорят, что бывает, перебивают. Но мне кажется, мы не перебьем. Или уже можно это в холодную воду? Ощущение это такое, что... А? Холодная вода, она же... Да, да. Или поставить в морозилку ненадолго. Или в холодную воду. Давай-ка мы, наверное, хватит сейчас в холодную воду. Подожди. Так, осторожненько. Это мы на диване, потому что Вадим на диване взбивал. Смотрите, вот оно. Масло. Видели? Это мы первый раз за все время, пока у нас козы... Сделали масло. Ну, в таком, по крайней мере. У нас две ложечки получалось. Что-то вот все не так, не так. А это все уже масло. А это пахта. Сейчас это все нужно промыть холодной водой. Можно, конечно, еще чуть-чуть постучать. Но что-то я боюсь. Говорят, можно перебить. Все. Это все промыть холодной водой. И будет комочек. Ну, вот, смотрите. Вот это наше масло. Белое. Это пахты столько получилось. Так, теперь надо как-то водичка, чтобы была ледяная практически. Чуть-чуть пробежит. Все, смотрите, на один раз я промыла. Мне кажется, этого достаточно. Ух ты! Вот. Сейчас я буду вытаскивать что-нибудь. Все-таки у нас масло не получалось, потому что у нас плохой сепаратор. Что-то там у нас не настроено. Это я собирала сливки с банки, с банок. Накопилось там двухлитровых банок несколько. Я сняла сверху сливки. И вот получилось прекрасно, сбилось масло. Все-таки в этом проблема у нас. Или нужен новый сепаратор нам, или настроить его, или продолжать снимать сливки сверху банки. Немножко. Ну вот, такое маслечко получилось. Красивое. Столько получилось у нас масла. Я делала вот в этой формочке. Сейчас, наверное, я обратно положу, закрою. И если будем еще доделывать, я еще доложу. Может быть,
Немножко я выжила водичку, не всю. Но ничего страшного. Вот, будем по праздникам кушать. Видите, у нас строят развязку. Я маленько не поняла идеи, зачем тут нужна такая серьезная развязка. Вот видите, там дальше кран. Вообще не поняла, зачем. Сделали бы мостик на другую сторону, если им надо скоростную трассу, и все. Ничего не понимаю. Видите, тут мы выезжаем кое-как. Вот так вот. Видите, видите. С одной рукой еще, но все равно нормально. Держу телефон просто. Так, я поехала в СДЭК. Мне пришел тинториум на подарки новогодние. Поехала в СДЭК. Вадима там встречу. Очень удобно делать дела и встречать Вадима. Хотела козлика сегодня отвезти, но пусть побудет еще в гостях. У нас у Континента, это ближайший торговый центр к Раздольному, прям, ну, совсем рядышком. И у нас здесь заливают каток. Представляете? Ой, может быть, ну, я, конечно, не умею на коньках кататься, хотя пробовала много раз. У меня тут никак. Ну, не знаю, может быть, попробовать. Ну, по крайней мере, для Мишки это классно. Там только вот ограждение повыше бы сделать, и будет классно. Елку скоро нарядят. Ну вот, прелесть. Только руки. Кофе по-вьетнамски. Там вот на дне сгущенка. Потому что попросила со сливками, нету сливок, но прикольно. Вот видите, как тут. Там, наверное, таблетка. А тут вода. Так, по системе. Вот такой кофе я пью. А кофе удивительно мягкий. Ну, со сгущенкой, конечно, но все равно я могу сказать. Он, конечно, горечь хорошая, но вообще очень вкусно. Я даже не ожидала вот это капельное приготовление кофе. Удивительно, я никогда не думала, что это вкусно, потому что были такие у меня капельные кофеварки, и ничего у меня не получалось. А здесь, ну, как-то или кофе такой. Я посмотрела, там, смотрите, крышку убираете. Вот это вот поднимаете наверх, и там кофе насыпано. Она прижимается как грузиком, выжимается и проходит через него кипяток. В общем, простая такая конструкция, но мне понравилось. Очень вкусно. Товарищи, отгадайте, что это такое? Отгадайте. Считает до трех. Раз, два, три. Это бытовые отходы. Такие мусорки у европейского берега, представляете? Вообще живут же люди, да? Прелесть. Вкусненько тоже кушаешь, да? В общем, после таких дел, конечно, нужно и козлик хорошо кушать. Съели хорошо они мне. Ну, тебе не достает? Ну, на. На тебе так, мой хороший. На. Витаминки тебе восполнять надо. Ты же у нас производитель главный. Ты мой ласковый, холодский. Ты тоже. В общем, съели хорошо они витаминки. Давайте я высыплю, уберу эту. Беру, чтобы не мешалось. Ищите здесь вот где. Вот, насыплю на сено. Видайте. Так. Ну все, кому понравилось мое сегодняшнее видео, Сереженьку сегодня отвезем. Потому что он запрыгивает сюда. Оттуда запрыгивает, потому что, конечно, Мася еще в охоте. Несмотря на то, что ну, мы ее покрыли, и он, конечно, весь весится. Вот и все. Вот, и она туда тянется. Сегодня отвезу. Я думаю, что эта красавица и так придет, уже нанюхалась. Ну, а может, подожду немножечко. Посмотрим, в общем.
Давай, доедай, молодец. Вот, ягодки умные, хорошие. Вот эти, смотри, что делает. Эти. И рога покусать, и поухаживать. Ну все, посиди на привязи, посиди. Это бесится, Васька. Ну все, кому понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, пишите только добрые комментарии и заходите почаще в гости. Пока-пока. Сереженька, не прыгал бы ты, а то прям запрыгивает сюда, а потом туда, представляете, я даже не знаю. Вот и пришла, он в том загоне. Он, значит, перепрыгнул так и так, а эти две гуляли на улице.